Поздравляю с праздником, Ваше Величество. Спасибо за приглашение. И вас с праздником, Ваше Высочество. Ваше Величество, братья Разумовские отмечены в сражениях небывалой храбростью. Ваше Величество, сыновья отличились в сражениях. Андрей жалован чином генерал-майора за Чесменскую битву. Петр полковник за дело под Зеленой Гурой. Оба награждены отпуском. Слышала о ваших достижениях. Обоим жалую ключ камергера. Разрешаю подходить ко мне без доклада. Ваше Величество. Ваше Величество. С победой, господа! Ура! Друзья, герои, рад вас видеть. Завидую вам. Государыня пожаловала мне чин генерала-адмирала. Я на море ни разу толком не был. Чувствую себя комедиантом. Павел Петрович, ничего на войне нет, чему можно завидовать. Кровь, ужас, жестокость, грязь и вонь. Романтику войны придумывают люди, которые на войне не были. А те, кто был и выжил, соглашаются. Иначе стыдно становится. Верно сказал, брат. Стыдно. Я буду рассказывать, что на войне подвиги. Желание умереть за отечество и товарища свои. Птица славы над головой летает. У меня вроде Харунжий. Ляха одним ударом на 4 части разрубает. Учил нас, как бить, показывал. Мы сначала не верили, думали, врет. А потом, после боя, нашли тела и из кусков собрали человека. В чем фокус, непонятно. Многие пытались, не получается. Я пробовал во время боя. Тогда казалось это разумным, ведь врага нужно ненавидеть, так? А сейчас, как подумаю, сердце останавливается. Война — это когда тысячи турков горят заживо и кричат так, что пушек не слышно. В бухте вода закипела. На утро рыбины кверху брюхом плавали. Никогда не думал, что в море так много рыбы. Павел Петрович, я хотел спросить насчет Софьи Степановны. Государь не велел нам расстаться. Я наследник, себе не принадлежу. Сына видел один раз. Не потому, что не хочу или стесняюсь. Государь ищет новую невесту. Не знаю, будет ли когда-нибудь у меня своя жизнь. Почему Алексей Григорьевич не пришел? Государь не отправил его за границу. Зря. Конечно, зря. Скучает, наверное. Я написал ему. Он не ответил. Написал еще раз. Потом зашел в почтовую службу и случайно узнал, что мои письма ему не пересылают. Я ему подарок привез. Морской компас. Трофей с турецкого фрегата «Родос». Не будем о грустном. Вы живы. Я вас вижу, мы разговариваем. Обнимемся.